Городские власти уже получили от Россельхознадзора пакет документов, который теперь позволяет обратиться в суд и расторгнуть договор аренды с Дагомыс-чаем. Эта компания на протяжении 20 лет на более чем 70% своих земель выращивала бурьян и деревья, а не производила, как положено, фрукты, овощи и чай. Такие данные приводит Управление сельского хозяйства администрации Сочи. В совещании также принимали участие представители депутатского корпуса законодательного собрания и прокуратуры Краснодарского края. Мы определили алгоритм действий, который позволит уже через 10 дней приступить в судебном порядке об расторжении договорных отношений. То есть мы практически подошли уже к финишной прямой, и где-то к началу лета следующего года уже земли будут у таких неэффективных землепользователей изыматься. Сейчас в суд готовятся документы помимо Дагомыс-чая еще на 4 предприятия, которые владеют на территории Сочи большими земельными участками. В их числе и Адлер-чай, которые все свои сельхозугодия используют не по назначению. Кстати, коммерсанты не только будут лишены наделов. Сочинская мэрия и Росимущество через суд планируют взыскать с них крупные штрафы.